Понравилась мне обложка у этого трека. Хочу послушать. Ты говоришь постоянно мне то, что я твой свет. Я хочу, чтоб ты знал, что внутри меня тьма. С каждым днем она все темнее и темнее. Не зови меня, милой, мои демоны сорвутся. Не могу найти силы на чувства. Эй, эй, я не для тебя, не для тебя. Свое сердце охраняю с трепетом. Я не для тебя, не для тебя. Я хотел другой дроп. Доступна только моим демонам. Другой дроп нужен был. Хороший продакшн. Я уверен, что он мог бы сделать хардстайл какой-то жесткий. Я думаю, это было бы прям прикольно. Тут как-то слишком уж оно прилизано. Что-то есть, но надо вот как будто более тусовочно ее сделать. То есть я понимаю, что это больше лирика какая-то, да, какие-то личные переживания и так далее, но как будто это было бы лучше засунуть в какой-то танцевальный мотив. Ну, лично я вот это так вижу. А так хайп присутствует, обязательно делаю еще. Я бы вот, реально, я бы сделал просто это более веселым, короче. Чтобы это было так, типа, ну как, типа грустная дискотека, я не знаю, грустные танцы там и вот это подобное. Я думаю, это хорошо бы смотрелось, реально. Стрим, кстати, сейчас идет на Твиче, ссылка в описании.